Предприниматели, которые хотят разместить торговый объект на муниципальной земле, должны с заявлением прийти в управление торговли, приложить эскизный проект, сообщить информацию о том, каким образом и в каком радиусе будут осуществлять уборку прилегающей территории, указать свое ценовое предложение и, опираясь на эти критерии, конкурсная комиссия открыто подведет подсчет баллов и определит победителей, с которыми будут заключены договора. Для того, чтобы создать на потребительском рынке условия, при которых добросовестные хозяйствующие субъекты могли реализовать свое право на получение на возможности разместить нестационарный торговый объект в установленных местах. Управлением торговли принимаются меры по пресечению нелегальной торговли. Если реализация товара обнаружится в неустановленных местах и без соответствующих документов, будут составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд.